Конференция местного отделения Союза женщин Подмосковья организована впервые. На встречу были приглашены участницы организации, представители администрации и Совета депутатов Ленинского городского округа. Цель нашей пресс-конференции именно довести до сознания общественности, что мы сделали, чего мы уже достигли. Ну и буквально пару только слов о том, что мы, возможно, сделаем. Ну, невозможно, а уже даже о том мероприятии, которое мы, например, уже провели. Во-вторых, здесь очень много женщин, которые будут задействованы, которые сами организуют мероприятия. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская участвовала в создании сообщества и сейчас старается как можно чаще посещать все мероприятия организации. Очень приятно, что такая организация действительно есть, потому что вопросов очень много, действительно много, тем более в наше время. И приятно, что вот женщины находят все силы, как бы, и даже вот у них желание, видите, помочь другим. У каждой участницы объединения свои задачи и зоны ответственности. Юлия Панова – основательница психологической службы и женского центра «Поможем». Психологи, они не выпячивают свою помощь, свое, как говорится, отношение к этой жизни. Люди здесь просто тихо работают, делают свое дело. Во время встречи были подняты актуальные вопросы, в частности, возможность создания выездных центров поддержки жен мобилизованных. По совхозу Ленина и по развилке часто ко мне обращения поступают вот как раз от женщин мобилизованных. Лучше все-таки, ну, выездные можно организовать, но лучше все-таки не дома, потому что и стены, и дети не должны все-таки слушать, когда там, ну, женщина рассказывает, да, о своих. То есть не должно быть каких-то это. Все должно быть экологично, но это такое возможно. Союз женщин Подмосковья ведет работу по нескольким направлениям. Участницы организуют тематические мастер-классы, благотворительные акции, экскурсии, поездки в театр и на концерты. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.